что я мечтаю, чтобы у меня жил кокер спаниель. Кокер. Потом обязательно ирландский сеттер, обязательно два французских бульдога, значит, бультерьер. Бультерьер это? Бультерьер. Такой гибрид. Нет, бультерьер это у генерала Паттона был такой, который разбил Ромеля. Вот. Потом, конечно, обязательно несколько пятнистых оленей. Обязательно дикобраз. Обязательно, конечно, будет жить у меня. У меня примирательное пристрастие к лемурам. Лемуры? Лемуры будут в доме полные. Они будут висеть, по всему дому висят. Они умирают. Ты знаешь, сейчас эпидемия страшная. Лемуров. Да, и они умирают по непонятным причинам от обезвоживания организма. Наверное, оценили это, что родители все для него. Такая наша материнская доля. Встречать, провожать. Никуда не денешься. Ну, ничего. Надо все. Вы знаете, я Сашку провожала, я спокойно была. Почему? Ну, время было более спокойно. Вот, сейчас такая обстановка напряженная. Потому что все должны с ним жить. Это священный дом. Да? Священный дом. Вот. Каждый мальчик должен. Поэтому мы уж к этому готовы. Ну, вот, конечно, обстановка такая тревожная. Поэтому, конечно, мы встретим. И встретим. Как-нибудь выберем, с мамой приедем еще. Я не как на пенсию брошу, все. В Афганистане уже погибло более 13 тысяч наших парней. За что, я спрашиваю себя. Следующие вещи. Одна мужская рубашка стоимостью 9 рублей, зубная щетка одна стоимостью 30 копеек, футляр зубной щетки стоимостью 40 копеек, зубная паста семейная стоимостью 50 копеек, бритвенный прибор безопасный стоимостью 2 рубля, металлический стакан одна штука стоимостью 50 копеек, помазок один стоимостью 4 рубля, лезвие «Восток» 10 штук стоимостью 1,50 рубль, очки без футляра стоимостью 3 рубля, трусы мужские одна пара 2,50 рубля, майка стоимостью 2 рубля 50 копеек, сандалеты мужские одна пара стоимостью 8 рублей, принадлежащие гражданину Подурец Тимофею Дмитриевичу, а всего похищено на общую сумму 38 рублей 40 копеек. Thank you.
мы номер один, номер два и номер четыре, но там у нас находится только дежурный слесарь. Большинство на службе управления науки почти нет, может быть ломать. Необходимо снизу пробить. Сейчас я скажу, ребят. Так, мне тоже jestem menadżerem zespołu obecnie. Tak, menadżerem. No i mam drugi wokal, ale jeszcze mnie nie nagrali. Tak, coś gramy między Rush, Police a King Crimson. Pani była we Francji? Nie. A chciałaby pani tam pojechać? No, oczywiście. I co pani tam chciałaby zobaczyć? Sklep. Kobieta. Jestem studentką. Orientalistyki. Tam teraz wojna, niech pani tam nie jeździ. Tak, tak. Można dostać jeszcze stypendium do Kabulu. Aha. Jest specjalny język irański. Что я ощущала, лишь бы было спокойно в мире, чистое небо, это главное, чтобы отслужил 2 года не такой уж большой срок, лишь бы все было спокойно в мире. Uciekaj, jedź, 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 jedź,
тещу, и он раз, и шести раз. А я не хочу ее. Утекай, дядь. А я не хочу ее. Утекай. Вот пирда найду. Да, бирай до капота, и вот пирда найду. Ну, то есть. Я пирдяный, гадь. Они тут войдут, они не дырва вообще, прошу. Так. Чем же все-таки объяснить то, что произошло с вами 7 февраля 1985 года? Вот выпила я и сделала это преступление. Скажите, а вы не брали этих вещей, потому что вы опомнились, что вы совершили преступление, или потому что эти вещи вам не подходили? Нет, когда я опомнилась. Если бы они мне не подходили, я бы их выбросила, но не понесла. А я уже опомнилась, думаю, ему уже нужно, и я понесла в вокзал опять их назад. А вот мы здесь находимся на трассе Москва-Пекин, где находится столица наших странствий, город Петушки. Кроме питья здесь, пожалуй, делать нечего совершенно. Ходили, утром вставали в одной деревне, если не было водки, шли в другую деревню. Если в этой нет, так шли в третью. Thank you.
таком интимном спрошу. Ты вступала в половые связи? Да. И с какого возраста? С 15 лет. С 15 лет. Болела венерическим заболеванием? Ну, я тебя вижу не первый раз. Ты лицо для меня знакомое. Каким образом ты теперь в Москве очутилась? Приехала, познакомилась в прошлый раз с парнем, приехала его увидеть. Значит, у тебя приятель в Москве? Да. А в тот раз я знаю, что у тебя приятель был в Ленинграде. Ну, был. Рука прямая, строго назад, голова повернута назад. Подожди, давай. Погоди, гор, надо вон вот такой гору, гори, гор. Сюда, ауле. Тень, Джапар, танк дадим. Погоди, гори, погоди, гори. Давай, давай. Подурец Тимофей Дмитриевич. Подойдите к секретарю. Что вам известно? Что случилось тогда? Объясните, пожалуйста, суду. Ну вот, значит, я, значит, меня вечером дали меня путевку. Я даже не знал, когда, значит, что я иду в санаторий. Но я вызывал меня, эту, как его, местный комитет. Он мне сказал, значит, за то, что, значит, вы участвуете в Великой Отечественной войне, значит, вам предложит путевка. Лагоднюткий усмех так и веш. Марик? Барзу увеличенский. Есть откуда, что зараз поедем, если мы страшно. Эва, одродилечка. Так. За дужо. Dawaj tutaj, no nie przejmuj się tym, no. Poczekaj, ale spłaszczyłeś mnie.
пойдете не вшестером, а вчетвером. Вот вам отводится одна минута для того, чтобы решить следующую задачу. Вот посмотрите за своими товарищами, как они ускоренно передвигаются из этой амбразуры, поворачивают направо за вот это сооружение. В этом районе работ лежат блоки. Понятно? Квадратные такие блоки весом примерно по 40, по 50 килограмм. Норма на солдат 4 блока. А если у вас было желание, какое вы смотрели бы выразить сейчас? Чего? Желание, если у вас есть, например, какое у вас было бы сейчас? Чего? Желание, мечта. Мечта? Да. Ну как вам сказать? Не знаю даже, что вам сказать. Мечта. Раньше не желая, не гадая, ничего не видел все равно. Нет, ну только... Я мечтала и гадала, а у меня все наоборот идет. И теперь не верю и никогда не буду думать и мечтать. А какая мечта, Саша? Никакой? Нет. А вы верите? Кому?
Что? Кому верить? Ну, не знаю, Богу. Богу? Никому не верю, ничего не верю. И вам тоже не верю. Машину уже около окна имеют. Кооператив. Что у нас фабрик нету, что у нас ничего нету. Нашили. А? Только дармоедов сидят. Вы посмотрите, какие рлы. Картошку им копать в колхозе. Чего здесь щетье-то? Какой здесь щетье? Здесь же материал по рублю. По 50. А она продается за 80, за 100 рублей. Брюки какие-то. Несчастные. Что-то для молодежи, а возраст 40, 45, 50. Почему не купить? Ну, куртка или плащ. 200 рублей, 180. Это ну с ума сойти. 17-16 лет. Товарищ одет, а она у станка стоит, 180, 160, 170 рублей зарабатывает. А купи ему, да и все, или ей. А? Ну почему раньше до этого жили-то? Все было. И трикотаж был, и все было. 50-х, 60-х, 70-х, все же было. Вовы, вся эта демократия кончится, да вы что? Об этом даже говорить смешно. Сколько НЭП продержался? Так это годы считаны. Ну, уроки НЭПа есть, безусловно. Но неужели вы сами искренне верите, что это может продолжаться какое-то долгое время? Поэтому, как говорится, жгуй железо, пока Горбачев. General, what is the military situation in the country?
нормально. Посмотри, Вадим Павлович. Связанные с международными делами. Итак, первый вопрос из числа тех, что стали поступать к нам еще со вчерашнего дня. Вот Владимир Кучеренко, инженер из города Москвы, прислал нам целое письмо. Сначала он процитировал заявление группы сотрудников коммунистов пакистанской ЧК ЦК РКПБ. Письмо датировано... Только легкую, легкую книжечку. Так, вилка. Повернись боком ко мне. Боком. Нет, нет. Это нож, сделанный из нержавеющей стали. Так, хорошо. Теперь возьми другой предмет. Мирса, это дверь? Дверь? С московской командой «Альфа» и ее композицией на стихи Сергея Есенина. Я московский озорной гуляка! Я ношу цилиндр не для женщин, с глупой страсти в сердце жить не силен. В нем удобный грусть свою уменьшить, собрана обзадывать ковыль. Жить ли мне я дружбы не имею? Я тебе уже сделал сегодня утром подарок. А это колечко. И я хочу оставить себе. Ну как же так, миленький? Да почему? Да разве ж так можно, миленький детка? Ритан, I'm waiting for you in my room. А? I'm waiting for you in my room. I? Go your room? Now you speak for my friend. No, I spoke for you. I spoke for me? Volga, yes. Volga is your name. What number? 1914. I pay $100. Administration is your problem. Okay. You go in your room after 5 minutes. 19:14. Вот если бы ты не пошла сейчас одна без меня, я бы тоже не пошла. А теперь я пойду. А что тут такого-то? Извини меня, пожалуйста, только что, охуела, что совсем? А у вас есть какой-нибудь презерватив? У меня нету. У меня только один. Да, Света, у меня один остался. Я тебе сегодня уже дала. А я что-то не знаю, с чем пойду. То есть, испекла его? У него должен быть. А если нету? Так, вперед! Вперед, вправо! Стоп! Вверх камерой! Стоп!
тебя очень странная прическа. Где тебя так красиво подстригли? Познакомилась с панками московскими, они подстригли. А что это за течение, это панки? Ну, это люди, которые любят свободу, там не терпят насилие. Там. А ты не свободна, да? Свободна. Последний раз когда в школе-то была? Год назад. Год назад. А родители когда последний раз видела? В мае. В мае месяце. Значит, полгода не была дома, полгода не видела родителей. Лен, плохо. Ну, мне кажется, у тебя что-то случилось. Да, дочь, у меня ничего не спрашивает. Дочь, меня ничего не спрашивает. Ну, ясно. Потом тогда расскажешь. Потом, я понимаю, что тебе сейчас трудно говорить. В следующий раз расскажешь. Приговорил Руссу Тамару Александровну признать виновной по статье 145 части 1 Уголовного кодекса Молдавской ССР и подвергнуть ее исправительным работам по месту работы сроком на 1 год с удержанием с ее заработка в доход государства 20%. Будут 20% высчитывать и все. Сделала по глупости. Работаю вот сейчас сестрой хозяйкой. Все у меня вещи в руках, все у меня материальная ответственность на 30 тысяч. На моей голове. А вот видите, по глупости, что делалось. Что это стакан вина, что это делает.
Я ей говорю, что до 11 часов законно вы можете находиться в комнате. Ну и что? А я вас хочу благодарить. Нет, это меня значит благодарить. Спасибо большое. Что, наверное, он вас тоже не говорит. Thank you.
кто выигрывает, кто проигрывает. Я вам обратиться, здесь и начальники, и все работающие. Как я, например, могу жить? Ребята, вот вопрос. Это вот забастовка. До чего она... Я согласна, ребята. Горбачёва, согласна с вашей работой. Павлов, согласна, Павлов, какой Павлов, у вас... Павлов, можно мне сказать? Покупайте что-нибудь и goodbye, say goodbye.